Всем привет! Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн». В двух домах Гальянова установят новые лифты. Как сообщает пресс-служба префектуры Восточного административного округа, в 2020 году работы выполнят в рамках проведения капитального ремонта. Работы проведут по адресам улица Курганская, дом 2 и улица Сахалинская, дом 15, корпус 15. Лифты будут заменены после того, как истечет назначенный производителем срок службы – 25 лет. На этом пока все. Еще больше новостей из жизни столицы читайте на сайте mymsk.online. До скорого!